Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс», авторы Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 100. Нас просят упростить выражение, заменив произведение одинаковых множителей степенью. Итак, по цифре 1. Мы 7 умножаем само на себя 5 раз. Произведение таких множителя самого на себя можно заменить степенью с основанием 7 и с показателем 5. И читается 7 в пятой степени. По цифре 2. 10 умножает на 10, умножаем на 10. Множитель, который умножается сам на себя 10, это основание степени. И число множителей, их 3, это показатель степени. Читаем 10 в третьей степени. По цифре 3. У нас произведение параметра а самого на себя 4 раза. Множитель, который умножается сам на себя, это а. Число множителей 4. А в четвертой степени. Четвертое. Х умножается сам на себя 6 раз. Основанием степени будет множитель, который умножается сам на себя, это х. И число множителей будет показателем. Множителей у нас 6. Значит, х в шестой степени будет наш результат. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задайте их в комментариях к этому видео.